Всем привет! Сегодня Лялю мы возили в ветеринарную клинику на осмотр. Значит, что нас беспокоило? Забеспокоила нога Лялина. Задняя она начала прихрамывать. Но ветеринар посмотрела, сказала, ничего страшного там нет. В общем-то так, уши посмотрели, посмотрели зубы. Зубы у нее все нормально. А в уши капельки выписали, надо покапать капли. Потому что она чешет, и мало ли что там. Капельки покапать. А так, в общем-то, все почти нормально. Вес 9 килограмм. Более активно надо вести образ жизни, ходить больше, гулять. Спим много. В машине Ляля вела себя сегодня хорошо. Обычно она начинает что-то жевать, она нервничает очень, все эти поездки переносит так с нервами, и все время ей надо что-то жевать. Но сегодня она сидела, спокойно разглядывала все. И, в общем-то, мы доехали туда и обратно нормально. Ну, конечно, Ляля чувствует, все равно она нервничает, и в поликлинике она вся ходуном ходила. Ну, все, посмотрели, теперь успокоились, что с лапкой все нормально у нее. Ну и, в общем-то, так все хорошо. Плановый осмотр провели. Капли капаем в глаза после операции. Все нормально. Ну, здесь она вся на нервах. Она не может ни стоять, ни сидеть. Ей надо бегать, шевелиться. Активная. Живее всех живых. Где бы мы ни находились, Ляле надо быстрее домой. Она только дома себя чувствует спокойно, защищенно. Ну, съездили, посмотрели. Все хорошо.